Проверка организована по многочисленным жалобам жителей ЖК «Солнечная система» по факту едкого дыма. Мы отсекли котельные, которые дымят паром, который, в принципе, не вреден. Вот. Нашли то, что вот с трубы организации «Палетшок» валит черный дым, и преимущественно по ночам, причем до такой степени, что формируется едкое облако. И если ветер в нашу сторону, то это облако прям накрывает район, так что если ты выходишь на улицу, а потом заходишь домой, то на волосах даже остается вот этот запах дыма. Здесь никакого химического окрашивания производства нету, значит, это все абсолютно натуральная древесина. Вот, боли мы ничего не сжигаем, значит, единственное наши отходы это опилки и, соответственно, обрезки натуральной доски и древесины, сосна, ель. Вот, соответственно, вы видели наши печки, значит, то оборудование, которое мы закупили, те фильтра на основании заключенных нами договоров, которые все предоставлены, соответствующие органы в Министерстве экологии по Московской области.